Погранпереход «Полтавка» в Октябрьском округе Приморья начнет работать с 10 декабря. Готовность объекта проинспектировали губернатор Олег Кожемяка и руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко. Пункт пропуска сильно пострадал после тайфуна «Ханун» летом этого года. Практически сразу началось его восстановление. За короткое время реконструировали дорогу к погранпереходу и отремонтировали мост. Заново проложены инженерные сети, серверные помещения, завезено весовое оборудование. Сейчас идет монтаж, пусконаладка и тестирование кабельной системы, необходимой для работы таможенного органа. Параллельно устанавливается система радиационного контроля. Также завершается устройство ограждения территории. За два месяца удалось восстановить всю необходимую инфраструктуру, в том числе мост автомобильный. Вот, то есть, ну и здесь 10 числа уже машины пойдут с экспортным грузом в Китай. Осталось донастроить аппаратуру, вот, то есть провести ее проверку, использование. Все средства, необходимые для контроля за перемещением грузов, здесь есть. Службы расставлены, ситуация готова. Поэтому огромное спасибо тем ребятам, которые работали здесь. Вот, то есть установленный срок, сделали все необходимое. Значит, да, то есть, в том числе с высоким качеством работ. Поэтому этот пункт тоже сработает 10 декабря, уже машины пойдут в Китай. Олег Кожемяка и Геннадий Безлобенко побывали и на пункте пропуска Марково, где сейчас ведется реконструкция. Это один из трех погранпереходов, которые в ближайшие годы капитально обновятся. По словам главы края, плановые сроки запуска погранпереходов после модернизации остаются неизменными – 2024 и 2025 годы.